Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Huawei MediaPad M5 Lite. И сейчас я вам покажу, как войти в безопасный режим на этом планшете. Итак, отключаем наш планшет. После его полного отключения зажимаем кнопку блокировки и кнопку увеличения громкости одновременно. После появления логотипа отпускаем кнопки. Попадаем в режим Recovery. Для того, чтобы передвигаться в этом режиме, используем кнопки увеличения и уменьшения громкости. Для того, чтобы подтвердить выбор, используем кнопку блокировки. Для того, чтобы войти в безопасный режим, выбираем Safe Mode. И подтверждаем кнопкой блокировки. И теперь ждем, когда наш планшет перезагрузится. И таким образом мы вошли в безопасный режим. Далее, для того, чтобы выйти из безопасного режима, достаточно просто перезагрузить планшет. Давайте это сделаем. Зажимаем кнопку блокировки. И нажимаем перезагрузка. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пока.